Всем привет, ребята! Сегодня я начинаю сезон красных вин. И по этому поводу решил открыть, так сказать, лучшее из лучшего. Это испанское вино Приорат Кло Жебрат. Вот такая бутылочка, вот, точнее такая пробочка, натуральная корка. Читаем этикетку. Так, вино с защищенным наименованием «Место происхождения Дока, сухое красное, Приорат, Кло, Жебрат, Крианса». Произведено из виноградных сортов «Гарначо Тинто 35», «Массуэла 35» и «Кабарне Савиньон 30%, выращенного на исключительных сланцевых почвах Ликарелла в легендарном регионе Испании Приорат. Вино было выдержано 12 месяцев в 125-литровых бочках французского дуба первого и второго года использования. Вот так. 15,5 алкоголь. Не маленький. Дата розлива 27.07.17 год. Ладога, ну и так далее. Значит, купил этот магазин я в Ладоге за 1179 рублей. Это еще с очень хорошей скидкой. На них была акция на все вина со старым акцизом. Поэтому я прикупил себе его, пару бутылочек. И вот сегодня решил открыть сезон вот этим вином. Значит так, подолью. Немножечко. Ага, хватит. Цвет. Ну, цвет, конечно, темно-рубиновый. Немножечко кирпичного оттенка в этом присутствует, в этом цвете. Ну, все как должно быть, хороший, выдержанный Испании. Аромат. Ну, я уже слышу аромат. Можно даже это вино и не нюхать. Сладкий, плотный, терпкий аромат ежевики, вишни. Пряности, очень много пряностей, черный перец, ваниль, дуб, все это здесь присутствует. Очень интересный аромат, ребята, просто шикарный. Итак, вкус этого вина. 15-й год, Приорат, Гарначо, Массуэла, Каберне Савиньон. Гремучая смесь. Поехали. Первый глоточек. Да. Открытие сезона могу назвать очень удачным. Очень удачное. Отличнейшее вино. Очень. Вино просто прекрасное. Что еще могу вам сказать? Очень длительное, приятное, терпкое, послевкусие, мягкие танины. Вино очень округлое, сбалансированное. Кислотность невысокая у этого вина. Понравится женскому полу. Прекрасное вино. Можно даже, ребята, с уверенностью сказать, что это можно даже называть сексуальным вино, потому что вино просто прекрасное. Даже не скажешь, что оно и сухое. Любая девушка может выпить этого вина очень даже и немало. Так что, ребята, возьмите на заметку. Во вкусе чувствуется вишня в горьком шоколаде. Вот такая. Чернослив, дуб. Черная смородина, черный перец, животный тон присутствует. Ежевика. Еще один глоточек. Классное вино. Да. Одно из лучших вин, ребят, что я пробую. Ну что,
Еще не, я ни разу не пробовал плохого приората. У меня был обзор на этот бренд, только была тинта с белой этикеткой где-то год назад. Тоже помню, очень неплохое было вино. Ну что, открытие сезона, могу сказать, назвать удачным. Прекрасное вино. Пишите комментарии, кто пробовал. Подписывайтесь. Всего хорошего. До свидания.